Люди, здравствуйте. Хочу показать вам одну вещь. Живу в городе Чардара, Южно-Казахстанской области. Это водозабор. Это где людям поставляют чистую воду. Смотрите. Вот это вот водозабор. Весь город поет этой водой. Смотрите. Никого нету. Абсолютно никого. Я один. Смотрите, какая грязь. И это стратегически важный объект. Ну, вход воспрещен. Смешно воспрещен. Смотрите. Видите? Это первичная очистка должна быть. Посмотрите, что тут творится. А запах, смотрите, вот из этой воды мы пьем, чай завариваем. Вот это барабаны микрофильтра должны крутиться. И отсюда воду этот планктон задерживает. Но какой планктон они могут задерживать? Смотрите. Все обострано. Вот эту воду мы пьем. А вы говорите, коронавирус, коронавирус. Нам после этой воды никакой коронавирус не страшен. Туркестанская область. Вот с крана, с питьевой, бежит вода вот такого цвета. Вот. Да разве можно пить? Что делает водозабор? Почему не очищает воду? Вот этому я удивляюсь. Все сказали, что у нас водозабор не работает. Вот. Вот. Сегодня у нас какое муха число? 20. Сегодня у нас суббота. 21 или 22 августа. Вот. Вот эту воду нам дают пить, еще требуют деньги платить за это. Какие могут быть деньги? Раушан. Лучше. Деньги пишем. Сейчас Я все думаю, что за гнилью в туалет, в ванной комнате, на кухне. Думаю, что за такой запах уже стоит, уже неделю стоит. Это, оказывается, от этой воды стоит у нас. Вот. С ума сойти. Как это кушать, готовить, стираться? Что будут с нашими приборами? Сегодня 21 августа, суббота. Сундук у нас. Куда ее надо отправить, это фото? Видео.